я человек свободный, если так можно говорить, великий художник, я никому не принадлежу. В какой-то момент я слышал там и транс, и хип-хоп. Ну, все мое детство, наверное, скорее всего, даже прошло под хип-хоп. А потом как-то все больше в клубную культуру, больше решил я все-таки не слушать, быть не быть слушателем, а творцом. Как-то так сложилось, что у меня появился друг, который был диджеем, скажем так, и родоначальником, может быть, в моем понимании. Неподалеку от меня находился оздоровительный комплекс, и там приезжал спортивный лагерь. И мы вместе с ними как-то тусовались, тоже как-то играли там в баскетбол, а вечером вместе с ними же ходили тусоваться на их дискотеке лагерь, и он там как играл. Но так как мы были местными, то для нас был открыт вход на сцену, как бы туда, куда многие лагерные дети мечтали попасть. И, конечно, не о качестве сводок, там, не о качестве музыки. У нас тогда не стоял вопрос, потому что это мы были все детьми, нам было, может быть, лет 16-15. Нам просто это было по кайфу интересно, там, мы вот такие кнопки понажимать, ну, там, 24, ну, еще плюс всякие там тумблерочки, фейдеры. В общем, это было очень интересно, и как-то со временем я стал в это втягиваться, и в один определенный момент, помогая Денису, я понял, что именно вот этим я хочу заниматься, именно вот это мое, потому что тот адреналин, может быть, тот драйв, который я испытал в тот момент, меня настолько поглотил, что я в него влюбился. Это для меня стало наркотиком, то есть наркотиком, смыслом жизни. И вот как-то я решил в этом развиться, в этом поучаствовать, как-то оставить свой след на этом поприще. Я, например, играю техно, минимал. Это такой формат музыки, который априори не для всех. С моим материалом мне нельзя сунуться в рай и там какой-нибудь Soho Rooms. На моих же композициях, сетах зачастую надо думать. Ну, думать это громко, конечно, сказано, но она немножко по-другому звучит. Тот самый диджей, несмотря на то, что он в современном мире приравнивается к звезде, он тот же человек, который делает другому человеку хорошо. Я от этого тащусь. Я могу приехать к друзьям на вечеринку, по их просьбе им провести мероприятие. Я встану за вертушки, меня не трогать, я не есть, не пить, не в туалет ходить не буду. Я буду играть. Многие даже поражаются. И то есть, сколько, 8 часов я спокойно отыграю и не обломаюсь, потому что мне это, ну, нравится. И каждый новый трек — это как каждая новая эмоция, каждая новая сила, каждая чисто аккуратная сводка, достойная чего-то внимания, это лишь только укрепляет и увеличивает мой интерес к этому ремеслу. Будет песок из пятой точки сыпаться, но я все равно буду играть, потому что, блин, ну это мое, я это люблю. И надеюсь, что старость моя мне позволит это делать. Предела нет. Ни совершенству, ни возрасту, предела нет.